и также имитируем петельку, как мы делали вот здесь, вот, да, на верхушке нашей самой митинки. Значит, вот петелька, за следующую вводим ниточку, так. Теперь нам нужно, чтобы она вышла. Вот здесь, вот, в середине петельки. И аккуратно протаскиваем. Поправляем. В общем, нам нужно, чтобы у нас вот такая вот непрерывная косичка была, да, сбоку. Теперь за элемент с изнанки, за любой здесь протаскиваем нашу ниточку. Вот она у меня уже на две, видите, распалась. Протаскиваем только две ниточки. Вот из четырех, у меня нить из четырех, да, я ее разделила пополам. И опять завязываю узелком. Раз и два. И остатки ниточки прячем потом. Также с изнанки протаскиваем. Давайте померяем пальчик. Вот смотрите, какая у нас митинка получился пальчик. Здесь поправляем все, можно отпарить, можно постирать. Изделие готово. Смотрите, мы пальчик с вами вязали из 18 столбиков он, да, то есть мы вязали 6 с одной стороны, 6 с другой и по 3 по бокам у нас было, обвязывали нашу вот эту дырку для пальчика, да. Если вам вдруг маловат пальчик, добавьте при обвязке дополнительно 1 или 2 столбика, да, то есть по бокам сделайте не 3-3, как мы делали, допустим, а 4-4, да, или с одной стороны 3, с другой стороны 4. Если наоборот большой слишком пальчик, то сократите тогда, обвязку сделайте 6-6, а по бокам по 2, например, да, то есть это по вашему усмотрению, по вашему размеру, то есть это примеряйте самостоятельно. Мы можем регулировать, сколькими столбиками мы обвяжем пальчик. Вот. Такая вот у нас митинка получилась. Она подходит и на правую, и на левую руку. Да, то есть она форму принимает. У меня здесь часы мешают. Вот. Ну и кончик вот этот, не забудьте тоже спрятать его, который маленький. Прям за элементы с изнанки протащить, чтобы он не болтался тут. Можете завязать еще на один узелок, на всякий случай, да, чтобы точно ничего не распустилось. Можете немножко пришить. То есть здесь по вашему желанию закрепить ниточку столько раз, сколько вы хотите. Главное закрепить, чтобы не распустилось ничего. Вот наша митинга готова. Подходит и на правую, и на левую руку.